В Каменногорске в преддверии купального сезона спасатели изучили места, предназначенные для купания. Водолазами уже обследованы два городских пляжа. Это Голубые озера и Октябрьская зона отдыха. На исследование дна у специалистов уходит от 40 минут до 2 часов. Чаще всего основной мусор – это банки, бутылки разбитые. Будьте отдыхающие внимательны и бережнее к природе, и также к своему здоровью. Тем же самым об эти разбитые бутылки могут пораниться ваши дети. По словам спасателей, на данный момент ни один пляж не готов к принятию отдыхающих. На сегодняшний день есть ряд недочетов, которые следует устранить к началу купального сезона. В Усть-Каменогорске у нас будет официально оборудован покамест на данный момент два пляжа. То есть пляж на острове Октябрьском и пляж на территории музея-заповедника. Но замечания у нас в основном как на одном пляже, так и на втором, это пока не установлены, пока не установлены буи, и санэпидемстанции пока не забрали воду для лабораторных испытаний. Подводя итоги сегодняшнего дня, хотелось бы сказать, что по результатам обследования пляжей пока ни один пляж не готов к принятию отдыхающим. Балансосодержателям будут даны рекомендации до 1 июня устранить все недостатки. Также одним из проблемных вопросов остается у нас пляж в районе комбината нерудных материалов. Также этот вопрос уже поднимался, работа ведется в этом направлении. Замечания у нас в основном как на одном пляже, так и на втором, это пока не установлены, пока не установлены буи, и санэпидемстанции пока не забрали воду для лабораторных испытаний. Только вот эти два момента мешают открытию пляжа, да? Ну, что хотелось сказать по пляжу, Октябрьскому пляжу, здесь пока у нас по информации жилищно-коммунального хозяйства ведутся мероприятия по закупке. На Октябрьском пляже Усть-Каменогорска уже начали проводить освещение. Как пояснили представители компании «Усть-Камен-Тартеп», уже начались работы по установке опор. Фонари будут освещать пляжную территорию, а также главную пешеходную аллею, ведущую на улицу Карбышева. Продолжаются работы и по благоустройству территории. Произведена разовая уборка территории после зимнего периода. Ежедневно производится подбор мусора. То есть тут наши работники ежедневно находятся. Произведено вчера, 24 числа, обследование дна, то есть водолазы спустились, посмотрели, что как бы дно чистое, угрозы не представляет. Изготавливаются буи для ограждения, изготавливаются еще дополнительные грибки, раздевалки, установлены туалеты, то есть там тоже практически ежедневная уборка, чтобы там было чисто. Песок завозится постепенно, но в связи с погодными условиями мы как бы не можем весь объем сразу завести. Постепенно заводится, разравнивается. Покраска произведена уже существующих лавочек и навесов. Установка урн идет, то есть, ну вот, как бы пока вот такие работы произведены. То есть пляж к открытию готовится. Забор, уже была произведена обработка от комаров и грызунов. И забор проб воды будет на следующей неделе. Мы привезем сюда представителей СЭС, они сделают заборы воды, и уже, в принципе, пляж будет готов к открытию. 1 июня стартует купальный сезон. К этому времени планируется, что на Голубых озерах и на Октябрьском пляже будут устранены все недочеты.